Итак, снова здравствуйте, это снова курящий из окна и Руфус. Не грусти, сейчас мы все сделаем. И я, в принципе, примерно знаю все-таки, что у меня было не так. Давайте просто вам покажу, что, как я думаю, будет все-таки верным. Потому что в прошлой серии мы, конечно, намучились, но почему-то на удивление довольно многим серия понравилась, уж не знаю чем. Мне казалось, что она какая-то уж очень скучная. Извините, я опять скреплю микрофоном, что-то я никогда не могу правильно его поставить, даже не знаю. В общем, мне кажется, что... вот это вот милое создание будет вот таким, пускай и с рогами, но вот таким. Которое удовлетворит этого, который хочет серого полосатика. Не желтого полосатика. Который, кстати, на мой взгляд, рыба очень странная. 100 лет его не ел. Может купить даже, попробовать, но, по-моему, он очень странный. А вот так будет выглядеть клоун. Это клоун? Да, это клоун. Все-таки, видимо, ему в виде... блин, артефакта. Как правильно это слово называется? Не артефакт, а... не ангажемент. В виде того, что развлекает публику на нем. Все-таки нужна его шляпа. А массажист получился из всего остального. Пускай у массажиста не человеческие руки, зато у него нечеловеческая сила, и он лысый. Все-таки я понял, что вот этот квадратик означает, что... здесь есть волосики, то есть мех, здесь есть чешуя, то есть вот эти вот. А там, где просто кружок, это значит лысый, и вот именно это влияет на его руки. А то, что у него руки нечеловеческие, никак ни на что не влияет. Давайте все-таки начнем проверять. Итак, суем... по-моему, все-таки ящерка у него будет тем, что он захочет погладить. Кстати, молодой человек, в смысле старейшина. Ой, а это что такое? Питомец, конечно же. О, да, то, что нужно. Пушистый, с саблей полосатый и не слишком агрессивный. Да-да-да, иди-иди, гладь его. Я хотел сказать, что... оху, какая прелесть. Не слишком вежливо гладить незнакомых животных в перчатках. Я бы, если честно, не очень обрадовался, если бы меня гладили в перчатках. Но, видимо, ему так по долгу службы положено. А, второго, кого мы хотим засунуть в коктейль-бар. Чтобы этого царька порадовать. Ну, в общем, он царек, почему? Ну, в принципе, да, это же Элизиум. Практически место для очень богатых, поэтому... скорее всего, да, но просто как-то странно, если нету стран... а Элизиум они же считают единственным вообще местом, где возможно житье. Если на Дипонии ничего нет, а других планет они, скорее всего, тоже не знают, то откуда у них король-то? Вряд ли на Элизиуме такой довольно небольшой станции есть страны отдельные. Хотя, не знаю. Суем. Король, суем. Радуйся. Браво! Фантастика! Бис! Бис! Хе-хе. Я всегда знал, что из меня выйдет отличный продюсер. А я ведь даже еще не начал отменять отпуска. Да, что-то в прошлой серии я, по-моему, сказал отмечать отпуска и... не знаю, к чему это. Снова у меня остался одинокий шлем Уллиса. Который, кстати, означает, что я, скорее всего, снова смогу провернуть время. Хотя нет, если я проверну время, то они же все останутся в недоброжелании ко мне. Эй, что здесь произошло? Эй! Все. Сделали ему жесткий массаж, ему, я так понимаю, очень понравилось. Да, все разнесено. Кстати, нет, все-таки того массажиста я делал не из кого-то кошачьего или собачьего. Я думал, что он тут... когтями и задрал все эти матрасы еще, но, видимо, означает просто, что его всего измучили. Записку порвали нехорошие люди. Чего у меня тут есть хорошего? А ничего нету. Но, наверное, меня пустят в баню. Скорее всего, он пошел туда отдыхать от массажа. Возможно, даже вместе с массажистом. Hello? Эй, anyone есть кто дома? No! Нет! Проваливай! А, я так и знал. Так вот ты где прячешься. Не оставляй дверь открытой. Быстрее, заходи. Че, реально с массажистом? Не. Ай, как здесь тесно. И, фу, липко. Они еще снаружи. Кто там? Чмарлоки. Они повсюду. Как такое могло произойти? Да, загадка. Но предлагаю вместо поисков виноватых сконцентрироваться на решении проблемы.
Ты прав. В совете старейшин есть аварийный терминал. Но как нам туда добраться? Путь к лифту слишком опасен. Ерунда. Ты все чисто, ни следа. А? Я знаю один путь. А? А, это ты? Почему ты вечно подкрадываешься? И что ты вообще здесь делаешь? Я нашел вентиляционную шахту, которая проходит параллельно шахте. Непростой подъем, но все-таки лучше единственная очевидная альтернатива. Нужен только каким-то способом открыть эту железную решетку. Подняться на самый верх? Ну, не знаю. Помощь вот-вот прибудет. У нас оплачено еще 2 часа сауны. Блин, да, сложно, когда все 3 этих старца здесь одновременно. И абсолютно прав был один из моих комментаторов, а может и не один в предыдущей серии, что массажист очень похож на Чморлока. И в принципе, да, видимо, я и создал Чморлока. Я ему случайно характер злобный сделал. Потому что вот тот вот китаец, он был вполне себе ничего, нормальный. А вот как раз желтый и злобный, это получился именно Чморлок. Так что вы абсолютно правы. Скорее всего, не одинокий мой зритель, который это сказал. Хм, кстати, достаточно забавно, что вот у этих старцев есть волосы на груди. Но этого нет, видно, все-таки я ему все отодрал. Прямо со спины, прямо с груди волосы. Еще когда он стучится, вот это окно шевелится. Че, неужели его надо будет вырывать именно когда оно шевелится? Че тут еще есть? Есть уголь, есть ковш для воды, есть, видимо... Эй, я думал, это терморегулятор. Это, оказывается, не он. Ну и да, все, что есть. Капли пота. Я могу трогать капли пота. Говорить не могу. Кстати, старейшина Трис почему-то считается только головой, а тело — это не старейшина Триса. Я не должен взаимодействовать с голым старческим телом, только с головой. И с каплями пота. Я и сам не прочь стать старейшиной. Интересно, какие требования по приему? Да, это осталось... С его разговора еще там, видимо, не прописали. Что за тряпка, да? Гадость. Что за тряпкой был, по-моему, тот, который валялся под массажистом? Это что, так загорел? Ладно, хватит говорить, давайте что-нибудь делать. Эй, ты что делаешь? Гадость. Я с тобой солидарен. Подождите, этот дым тут был или он появился от того, что я погладил старца? Ой, я могу его каплями пота погладить другого старца? Так, и что теперь? Давайте и третьего, чтобы ему обидно не было. Эй, на третьем нету капли пота. Дай-ка мы тебе глазки потрем. Не могу вырваться. Эй, где ж капли пота? Ладно. Извините, меня увлекает этот процесс. Хотя в очередной раз заявляю, возможно, это кому-нибудь будет обидно, возможно, радостно, но курящий из окна не голубой. Да. Простите. Ни за что. А что делать-то? А, капли пота, понятно, кожа для воды. Подвинься немножко. Подвинься немножко. А у меня остался мой шлем? Не, у меня вообще ничего нету. А, торс? А, какая гадость. То есть мне надо себя смазать, чтобы вылезти, чтобы выскользнуть. Ну давай, Руфус, который тоже отличается. Straight orientation. Машься чужими каплями пота, господи. Фу. Я уже какой-то осклизлый. Не могли они это не прорисовывать, меня реально подташнивать начало от этого. Сюда, что ли? Эй, я думал, у тебя там вода, а у тебя там просто ковшик. Ну, ладно, давайте заклеймим позором. Эй, ты что делаешь? Ху-ху-ху, это все ху-ху-ху, он мне точно не нравится. Сейчас откашляюсь, извините. Что-то пока кашлял, смотрел на эту картину и подумал, а в школе, ну, в кабинете английского языка у многих до сих пор висит это стихотворение. Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Будь попрочнее, старый таз.
Длиннее был бы мой рассказ. По-моему, это какая-то классическая, не помню что. Да что за хе-хе, блин? Еще углей хочу. А, не, не хочу. Так, хе-хе, говорил он. Хотя нет, ты говоришь хе-хе, этот ху-ху. По голове тебе. Чё? Get away. Почему нету субтитра на get away? Что делаешь? А с чем еще взаимо... А, тут еще и полотенце есть. А почему я не могу положить ложку обратно? И что это было? Тест. Ты его прошел. Спасибо, но мне не нужно вытирать руки. Ай, горячо. А, я могу себя и высушить еще. Оф! Нет, так мне ее не открыть. Говорить с тобой я могу? Нет, тебя тут нету. На тебя тут нету. Капли пота. Так, да чё? А, если бы я не могу вырваться... Полотенце теперь. Спасибо, мне не нужно вытирать руки. Не могу вырваться, да блин. А, еще браслет есть. Я его даже не обнаружил. Когда он подсвечивался, я его так обнаружил. О, еще браслет. Ага. Эй, по-твоему, это смешно? И что я с тобой должен делать? Я должен заклеймить тебя, чтобы ты ринулся и вырвал это? Ну, в принципе, вполне возможно. Хорошо. Ну, давай с тебя тоже капли пота, чтоб я знал, что я тебе хотя бы отомстю за это. Гадость, гадость, да. А. А, ну да, мне ж надо себя еще измазать. Повторно. Я уже скользкий. Но не настолько скользкий, чтобы выбраться, к сожалению. Да, то есть мне надо действительно было потереть всех старцев. Возможно, кто-нибудь из них даже старец Фурам. Но вряд ли. Главное, не русский старец Фура, а настоящий французский. Я не помню, сколько там лет было актеру, который его играл? Лет 40 на тот момент, когда я это смотрел. На Кинопоиске и удивлялся. Ну, в принципе, это же актерское мастерство. Ковш. Уголь. Побежал. Что ты делаешь? А, в полотенце. Ой, ё. Хватит ныть. Смотри, путь свободен. В таком случае, бежим отсюда. Извините. У меня внезапно получилось какой-то пропитой Макроникл. Реально, что-то я сегодня хриплю. Ничего мне тут больше делать не надо, может уголек с собой на всякий случай взять? Нет, путь только туда. Что за тряпка? О, святые небеса, они повсюду, они нашли госпожу Зинкель! Скорее, госпожа Зинкель, нет, только не туда, нет! Кто такая госпожа Зинкель? Конец киоску с вафлями! А, это же, а, четвертый старейшина. А кто тогда из них негром был вообще? Как неприятно! Где вы были? Бррр, тут полный кошмар! Это мы уже знаем! Скорее! Нужно активировать аварийный терминал! Эти полумруфса голым мы еще не видели, ему идет на самом деле. С его бородкой. Кто-нибудь помнит коды? Они были на клочке бумаги в ящике для аварийных кодов. Это я помню. А какой код для шкафчика для кодов? Подождите, я все раздобуду. Можно сказать, это моя специализация. Они забрались в аквариум с карпами. Кто? А, эти. Время на исходе, блин, дайте я сохранюсь. Я не могу сохраниться, черт! Не брызги шампанского, конечно, а тут таймер-то есть, я же должен дождаться окончания таймера. Задвинуть, задвинуть, задвинуть. Эй, что, мне реально надо было где-то раньше на это смотреть? Делать я ничего не могу, инвентаря тоже нету. Оранжевый. Время на исходе. Фиолетовый. Зеленый. А, ну это такая же задачка, какая была в игрушке Cargo, The Quest for Gravity. Там тоже такая же была. Цветами, так. Так, ладно. Вот так вот, что ли? Мы в тебя верим, так я все задвинул же.
Чего мне нравится? Раз, два, три, четыре, пять. А, еще глубже. Так, нет, не-не-не-не. Вот так. Вот так, нет. Эй. Это уже надо решать, да? Еще глубже задвинул. А они все выдвинутся потом совсем-совсем. Блин, у меня теперь они снова за микрофоном все спрятаны. Так, фиолетово-оранжевый был первым, этот потом. Потом, наверное, синий, нет? Фиолетовый, нет, нет, вот так. Вот так, нет? Вот так. Вот так. Наконец-то! А, мастер мнения игры на Иллидиуме есть. Записка. Надо мне будет запоминать или нет? Вот, коды у меня! Слишком поздно, они лезут по стенам! Читай, быстро! Как скажешь. Гамма-альфа, гамма-альфа, получите вундервафен. Они пробираются через шахту лифта. Альфа, бета, бета, кси, завершай, все, не тяни. Не сработало. Потому что это код прерывания. Нужный на другой стороне. Они схватили мою ногу. Его едят. Живо! Секундочку, вот. Альфа, бета, гамма, зета. Медленный, медленней. Альфа, бета, гамма, зета. Надо мне это помнить или нет? Ну да, время повернулось. Гуал, не надо. Я забыл, по какой логике у них стал конец света-то внезапно. Просто от того, что я сделал чморлоков, и они захватили мир. Улис, привет. Мне давно... Знаешь, мне не хватало голых мужиков. Мускулистой наружности, одни голые старцы вокруг. Ну и да, кто не слышал, смотреть начало серии. Я не такой. Долго он будет торчать в душе? У него же вся кожа морщинками пойдет. Может, это у него зубная щетка, а? Ему не хватает вот этого жеста. Шлем. Ты возьмешься опять? Мурашки. Интересно, а это не может спровоцировать превышение полномочий? Может, может. Может, ты хоть на этот раз в туалет сходишь? Я у цели. И он оказался прекраснее, чем в моих самых смелых фантазиях. Ну вот, все случилось ровно так же, как я и предполагал. Все-таки у меня теперь есть в голове этот код, и главное, код отмены. То есть я смогу напугать Гуал, а потом все-таки не уничтожать Дипонию. Извините, я тут немножко поговорю сейчас, но... Это вообще жесткий момент, а смогу я запороть все? И чтобы меня заставили по второму кругу вообще всю эту добрую часть игры делать. Я за кадром сохранился. Я хочу попробовать все-таки порождать этот таймер. Потому что, может быть, они меня, что называется, того. Там была ачивка порождать таймер до конца. Я думал, что это была она раньше, но, может быть, это сейчас? В лифте еще кто-то есть. Вот что будет, если я сейчас таймер упущу? Вообще, Руфус сейчас будет говорить, что я идиот, и давай быстрее, давай быстрее? Или все-таки нет? Ну, быстрее. Ладно, я просто промотаю это, ускорю. Ага. И ничего, да? Ой-о! А! На помощь! Ой, не зря я это сделал. Так, ну ачивка мне все равно за это не дают, да? Ну жалко, кстати, они не заставляют меня переигрывать часть игры, они просто... Ну сделали, конечно, очень забавную штуковину. Но я думал, оно будет немножко по-другому. Вот, еще одна вещь, которую, может быть, выиграя в эту игру, не добились. Кстати, опять-таки, могу ли я поговорить с Гуал просто? Без шлема. Ага. Гуал? Да, кто это? Меня зовут Руфус. Я не знаю никого по имени Гуфус. Руфус, Гуфус, было. Короче, было, было, фус-фус-фус, проехали. Не важно, как меня зовут. Да, у меня есть некоторая разница, если ты даже не можешь... Ждем здесь таймер. Просто, может быть, будет кадр, как чморлоки заходят в лифт, уж откуда они там взялись-то, что называется. Да, думаю, история потрясающая. Но, к сожалению, у меня нет времени. Прощай, незнакомец. Нет, стой! Какой облом.
Правильно, Рупс, какой облом? Не было чморлоков. Вас тут еще не съели, кстати. А, ну в принципе, они же теперь довольны. Кстати, а может меня пускают теперь взад? Нет? Не, взад меня не пускают. Может, здесь что-нибудь изменится? Я хочу изучить просто игру, посмотреть, что в ней есть такого. Но, видимо, опять-таки нет. Ну, тогда снова перегружаем. Привет, чморлоки. Да, они выглядят ровно так примерно, как я их и мог сделать. Кстати, опять-таки. А, ну нет. Если я делаю все варианты чморлоков... Не чморлоков, а этих... Шокоголиков, блин. Ну, короче, ачивку на 242 вариации с предыдущего раза. То нет, я боялся, что я смогу сделать такую, и у меня будет конец игры, что называется. Эй, я шлем забыл, черт. Ладно, ладно, в лифте еще кто-то есть. Мотаем. Кстати, еще одна забавная штука, но вряд ли получится. Не могу я со щипцами прямо на морлоков пойти. Не, лучше с тапкающими лапами чудовища. Но обычно там, куда стрелочка, нельзя ничего использовать, поэтому... Так, на терминал, кстати, нельзя это. Это повысило бы мой авторитет в глазах противников. Но не на этой консоли. Слушай, Руфс, ты же был домохозяйкой, не понимающей ничего в компьютерах еще в прошлой серии. А теперь ты знаешь консоли соперников на компьютере. Да-да-да. Переигрываем. На помощь. Все, в этот раз не забываешь шлем. Да-да-да, Гуал. Ты прям вся такая. Тянет меня убежать быстрее отсюда. Так, таймер начался. Давайте, 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 давайте. И терминал. Эти диалоги мы уже говорили. Так, интерфейс шлема распознан. Подключение к системе. Здравствуйте, верховный главнокомандующий. Новая команда для экстренных ситуаций, чтобы начать свою ликвидацию Элизиума. Короче, мы все это видели, а время у меня идет. Можешь просто так жмякнуть, а? Дайте просто так бахнем. И не потом, а сейчас. Назовем это план Х. Ну понятно, план Х он не хочет. Камера лифта. Так, интерком. Я с тобой больше не разговариваю. Да, кто? О, нет. Папа, только не начинай. Я же сказал, что иду в поход. Чёрта с два. Я знаю о твоем плане поехать к Нитусам на Дипония. Не бывать этому. Ты остаешься здесь, поняла? С чего это вдруг? Ну, потому что... Ну, снова все это. Потому что я запрещаю. Неужели? Есть новости. Я не один из твоих органонцев, солдафонов. Я еду на Дипонию. Пока. Или есть другая весомая причина, почему я должна остаться? Короче, это мы все говорили, смотрите в предыдущих сериях. Потому что без тебя... Если не согласишься, я запущу протокол самоуничтожения. Что-что? Все, я больше не могу воспринимать тебя всерьез. Делай, что хочешь, я с тобой не разговариваю. Мы же запустим. Мы же запустим. Эй, что ты делаешь? Запускаю протокол самоуничтожения, как обещал. Ты не посмеешь. Еще как посмею, смотри. Гамма, альфа, гамма, альфа, полу, читы, вундер, вафен. Стоп, погодите, это же код отмены. Что ты там бормочешь? А, точно. Альфа, бета, тра-ля-ля. И вуаля. Отлично! Ты запустил протокол самоуничтожения! Ага, я гений. Теперь у тебя 30 волшебных секунд, чтобы эвакуироваться с Элизиума. Я бы скрестил пальцы на удачу. Так, это просто безумие, папа. К счастью, я знаю, что ты на это не пойдешь. Хватит, выключи. Дам-да-дам, не вижу, чтобы ты остановила лифт. Ладно, ты победил. Я подожду тебя внизу, а теперь отмени протокол. Что может быть проще? Остается 20 секунд. Альфа, бета, эпсилон. Нет, погоди. Скорее, начиналось точно с альфа. Я ведь уже сказала, что останусь. Не торопи меня. 10 секунд. Гамма, что-то, прокси. Нет, там вафен. Точно. 5. 4. О, вспомнил. 3. 2. А, мне даже не надо было ждать таймера. Там же была ачивка про таймер. Клитус? Нет, ты же... Что ты запугала?
Твое будущее. Но можешь звать меня Руфус. Тогда меня ждет радужное будущее. Ты едва не взорвал Элизиум. То же самое элизианцы хотят сделать с Дипонией. Что? Ты дипонианец? Значит, это правда. На Дипонии есть жизнь. Что делает инспекцию бессмысленной? Наоборот. Дипония обитаема. Я должна это увидеть. Зачем? Ты уже говоришь самым достойным ее представителем. Остальные? Ах. Да, именно. Вроде него. Еще один дипонианец? Налюбовалась? Вот и славно. Для вечного блаженства у нас не так много времени. Или на разрыв порочного круга. Ничего не нужно разрывать. Я на Элизиуме, с Гоал. Пусть так будет всегда. О чем ты говоришь? Мы попали во временную петлю. Если ничего не предпринять, этот день будет повторяться снова и снова, вечно. И это не обязательно плохой вариант. Да, я в восторге. А что мы можем сделать? Зона развлечений? Нет, нам нужно отправиться на Дипонию. Да! Сделай это. Оф. Мой хрономобиль! Вот причина возникшей аномалии. Настоящее приключение. Я успею сбегать за своим набором, что там. Ты чокнулась? Мы остаемся здесь. Оп. Но... Капсула! Вот, это точно. Решено. И жили они долго и счастливо. Ни капельки не приближаясь ни к чему, хотя бы отдаленно напоминающему конец времени. Ага, все, можно что-то делать. Блин, а у них тут что-то таймеров очень много. Я все хочу эту ачивку продождаться с конца таймера, но ее все нет. И не говорите, когда она будет. А может быть, она все-таки уже была, просто мне ее вручат несколько позже. А может быть, даже вручат. Так, что у меня есть? У меня есть Гуал, и у меня есть Макхроникл, с которым я потерял всякий интерес разговаривать, видимо. Еще есть кожа ящерицы снова. Дорогая Гуал, что ты хочешь мне сказать? Кстати, она волос тут поправляет. Интересно, прорисовали. Гуал дается единственная в жизни возможность еще раз встретить меня в первый раз. Или, может, в сотый раз. Вот эта фраза «Гуал дается». Я даже как-то не сразу понял, о чем это. Там «Гуал дается». А, не, наоборот. Я думал, «дается» — это вводное слово, а тут просто как глагол. «Гуал дается первый шанс», а не «Гуал дается». Пойдет сегодня в баню. То есть, возможно, пойдет сегодня в баню. Это первый и, возможно, последний день твоей жизни. Я должна этому радоваться. Да, но не затягивай с этим. В сутки 24 часа, время пошло. Ладно, значит, кожа ящерицы снова. Да! Нифига себе. Почему в лифте монстры? Я тоже не понимаю. Это было в прошлой петле. Здесь их быть не должно. Святые угодники! Нас будто вечно убивать Марлоки! Если у тебя не получится это предотвратить, у меня. Дорогие Марлоки, у меня нет инвентаря опять. Почему? Дорогие Марлоки. Эти Марлоки такие гривистые прямо. Брутальные. Может, они мне массаж хотят сделать, я их боюсь. Чё у меня реально ничего нету-то? Ну, блин, у меня... А, это чморлоки. И это чморлоки. Я думал, это кнопка... А, вот, кнопка. Кто эту кнопку еще попробуй, найди. Хорошие чморлоки, добрые чморлоки. Совсем не голодные чморлоки. Люблю варианты из двух вариантов, где один явно неверный. Ну, значит, второй правильный. Что ты творишь? Угробить нас хочешь? Нет, это я планировал оставить чморлоком. Скорей, закрой дверь, я боюсь высоты. Сильнее, чем боишься погибнуть в лаках чморлоков? Достаточно сильно, чтобы всегда носить парашют в рюкзаке. Парашют? Я сказал парашют? Я хотел сказать парашют, парашютовских ботинок. Даже не думай. Может, еще раз на кнопочку, а? Хорошие чморлоки, добрые чморлоки. Чморлоков надо было гладить этому, который любил все погладить. А теперь держитесь! Нет, стоп! Как там, опять Джеронимо? Почему мы так быстро спускаемся? Таковы законы физики, парашют рассчитан на одного человека. Блин, у меня все это за микрофоном, черт. Руфус? О. Руфус, ты в порядке?
Ничего не в порядке. Ты и я. Как-то раз мы спасли Дипонию, а сейчас чертова машина времени. Я думал, что мы сможем изменить все к лучшему. Что мне не разбиваться, в конце концов, лепешку. Но теперь все стало еще хуже. И лучше, на что я могу надеяться, восстановить прежнюю историю. Элизиум падет, ты меня возненавидишь, или чморлоки захватят планету. Кажется, мы через многое прошли вместе. Да, это точно. У меня хорошие новости. В этой реальности я тебя еще не возненавидела. Даже наоборот, все это жутко интересно. Путешествие во времени, чморлоки, парашюты. А ведь день только начался. Подумать только, сколько всего может произойти завтра. Но для этого завтра должно наступить. Настоящее приключение. Тогда прочисти уши. Мы даже не знаем, где очутились. Как мы успеем добраться до Кувака к вечеру? Да, времени маловато. Ну и что? Это же не повод зарываться в землю. Да. Бери пример с Макроникла. Он бы точно не сдался. Что ты сказала? Ну это же... В этой реальности она влюбится в Макроникла? Я не дам ей руку. Я хочу сам вылезти, я гордый. Кстати, странно, почему-то даже при нажиме на среднюю кнопку у меня не подсвечивается рука. И сама игра говорит, это не вариант, робот станет сам. У меня рука, кстати, в районе глаза начинается. Как это называлось в играх? Хитбоксы, по-моему, вот. Кривые хитбоксы. Много нарисовано. Ладно. Ведь я же никогда не... Я никогда не... Сда... Что? Сдаюсь. Кого волнует, что Элизиум кишит чморлоками? Или что мы изменили все, что могло спасти Дипонию от уничтожения? Главное, что я жив. Остальное не важно. Nothing else matters? Веселью конец. Я хотел попасть на Элизиум. Я хотел спасти мир. Да. Ладно, признаю. Мир можно было бы спасти получше. Но никто не заставит меня снова повторить всю эту чушь. Мне нужно только разорвать эту дурацкую временную петлю. Смотрю в будущее. Вот мой девиз. Отличный настрой. Наверное. Так, в какой стороне Кувак? Блин, я впервые услышал фразу «Nothing else matters». Это, если что, название одной из главных песен Металлики. В реальной жизни. Я даже теперь знаю ее перевод, только я его не помню, потому что он очень быстро говорил. Итак, мы оказались вместе с атмосферой, которая, кстати, понравится, я думаю, одному моему знакомому человеку, а может быть и нет. Какая-то такая очень странная атмосфера, чем-то еще напоминающая... Мне что-то напоминает либо просто мультик Битлджус, либо просто фильмы Тима Бёртона. Вот это, кстати, тоже из Битлджуса чем-то напоминает. Может и фильм, может мультик. Короче, это был «Курящий из окна». По-моему, серия была очень сюжетная. Вот в отместку за предыдущую серию абсолютно не сюжетную. Это очень сюжетная. А вы смотрите, подписывайтесь на мой канал на Ютубе. До свидания. Пока. Ставьте лайки, если вам не сложно. Про лайки я говорю примерно раз в 20 серий. Не обижайтесь.